Я расскажу про своего отца, Ульяненок Степана Артемовича, который родился 19 марта 1908 года. Призван он был в ряды вооруженных сил 15 января 1943 года в Красноярском крае. Служил он в 3-м батальоне 256-го стрелкового полка 56-й гвардейской дивизии 10-й гвардейской армии. Они воевали на Смоленщине, освобождали деревню Кошеличи Смоленской области, спас Ленинского района. Он первым ворвался в деревню, уничтожив при этом 20 противников врага. За это он был награжден Красной звездой. 11 августа этого же года за город спас Ленинск. Он храбро сражался, мужественно, был тяжело ранен в ногу, и за это он был награжден орденом «Слава» 3-й степени. Мой отец еще воевал до 5 мая 1945 года, и за это время он получил еще орден Отечественной войны и медаль за отвагу и мужество. Я горжусь своим отцом.